Пожалуйста. Моя жизнь как художника ничем не отличается от многих художников, которые любят La mia vita искусство. come vita di un artista è uguale alla vita di altri artisti che si sono dedicati all'arte. В детстве меня никто никогда не просил Quando или заставлял ero рисовать. piccolo, nessuno doveva chiedermi o farmi dipingere. Живопись только этим занимался. Perché adoravo la pittura e non facevo che dipingere. E quando andavo a scuola, volevo soprattutto diventare artista, imparare pittura e disegno e diventare artista professionista. E потому у таких людей это я не исключение. Perciò io non sono una eccezione. Вся жизнь проходит в труде. Normalmente le persone di questo tipo durante tutta la vita lavorano sempre. С таким же большим трудом e con большой любовью к искусству учился в институте. E così ho fatto i miei studi alla scuola superiore con questo senso di amore profondo verso l'arte. И моя жизнь шла как-то вот в русле такого профессиональной вечной любви к прекрасному. Così la mia vita era sempre così portava sempre il segno di questo amore per la verso la bellezza. Потому моё искусство оно очень как обычное искусство. Così nelle mie opere, nella mia arte non c'è niente di eccezionale, niente di straordinario. Как говорит русская пословица, на всех друзей не угодить. C'è un proverbio russo che dice che non si può soddisfare tutti. И потому я как художник реалист. E perciò io come realista, come pittore realista, хочу, чтобы моё искусство Vorrei che le mie opere, если не до конца любили люди, во всяком случае понимали меня. Se non fossero amate dalla gente, allora in ogni caso che fossero capite dalla gente. Потому я очень отрицательно отношусь к абстрактным искусствам. E perciò il mio atteggiamento verso l'arte astratta è molto negativo. Это искусство эгоизма. Questa è l'arte dell'egoismo. Però consideriamo per esempio. Посмотрим вот на эту картину. Я хотел закончить, pardon. Я хотел закончить свою мысль. Что искусство должно людям вдохновлять на прекрасное. Secondo me l'arte deve ispirare la gente alla creazione del bello, deve educarla, deve far nascere dei sentimenti generosi e belli. Но не значит, что я отношусь к абстрактному искусству как-то как художник отрицательно. Я вижу в нем questo non vuol dire che il mio atteggiamento verso l'arte astratta come artista è negativo. Vedo in questa maniera. Я вижу много в нем формальных моментов, которые помогают. In questa maniera vedo molti lati formali che danno appoggio all'arte realista. Конечно. Allora, consideriamo per esempio quel quadro. Посмотрим, например, вот на эту вашу работу. Quel quadro non corrisponde a nessuna realtà. Эта картина не соответствует realtà, никакой реальности. Это ваша реальность. У этой картины есть своя реальность. То есть красота предполагает некоторую абстракцию. Жизнь ведь не всегда прекрасна. Да, но она не... Все веру. Конечно, эта картина не для всех понятна. Certo, questo quadro non è chiaro a tutti. Понятна для русского человека. È più chiara a un russo. С
Perché qua vengono rappresentati quelli che avevano costruito il tempio di Basilio in piazza San Basilio, sì. И я их изобразил как создателей на фоне своего прекрасного создания. Li ho dipinti quali costruttori o creatori sullo sfondo della loro creazione. А ваше дело и любого зрителя считать, насколько она интересна. Qualsiasi spettatore spetta a voi giudicare. Я с уважением отношусь к любому зрителю. E io rispetto molto qualsiasi spettatore. У вас были персональные выставки? Очень много. Sì, molte. Да. Сколько примерно? Только персонально. Ну, персональных. У меня 5 выставок в Москве было. 5 а Москве. Была в Камбодже персональная выставка. In Cambodia. Участник других международных выставок. Altre a livello internazionale. Altre all'estero? Да, за границей. Только персональные или коллективные? Персональные. Non персональные. Да. А персональные была у меня две выставки в Вьетнаме и в Камбодже. А Камбоджа и а Вьетнам. Это было. А в Москве персональные? А в Москве персональные. А в Москве sì, che erano персонали. Одна или пять? Да, около 5 выставок. 5. Одна последняя выставка бывала в октябре прошлого года. L'ultima nell'ottobre dell'anno scorso. Вот где снимали итальянские операторы. Quando gli operatori italiani sono arrivati a riprendere. Dottrina специально посылал людей. Proprio il signor Dottrina. Это была выставка. Показывали по итальянскому телевидению. Да. Вот. У вас не было никаких проблем, никаких сложностей, как у художника, трудностей, вы сталкивались с этим? Как художник? Академия художеств, вам всегда как относились? Как художник я всегда сталкиваюсь с трудностями. Кроме артиста, вы все определили. Потому что каждая задача для художника есть трудность. Perché ogni compito которую надо преодолеть. Артиста è una difficoltà da superare. Però difficoltà esterne. Нет, имеется в виду внешние трудности политического, скажем, свойства. Вот может быть, какой-то член партии как-то вам строил какие-то козни. Нет, я к этому, нет, мне никто козни не строил. Я к этому очень индифферент отношусь. Вы вступили в партию? Если да, то в каком возрасте? Это было в молодом возрасте. И вы так и в ней остались или вышли все-таки? А у нас уже партии нет. Siccome non c'è più partito. Вот. Так что вот... У вас есть дети? Да, у меня две дочери. Sì, ho due figli. Одна художница. Una è pittrice. Член Московского союза художников. Membro dell'associazione degli artisti di Mosca. Живописец. E dipinge quadri. То есть у вас и внуки есть, надо думать? Конечно. Certo. А вторая дочь только что приехала из Индии. La seconda figlia è appena tornata dall'India. Ее муж советник русского посольства в Дели. Suo marito è diplomatico. Ha detto all'ambasciata. Теперь они вернулись. Adesso sono tornati. Два дня тому назад. Due anni fa. Due giorni fa. Вы в Италии были когда-нибудь? Да, я был в Италии. Sì, sono stato in Italia. Сколько раз? Я был в Италии один раз, но я проехал 11 городов. Però ho visitato 11 città. Кроме и не был вот только в Венеция, Рома, Ассизи, Падуя. Падуя. Вы не участвовали в биеннале венецианской? Нет. Нет. Как, и я, ваши работы там не выставлялись? Я профессор института, но у меня как-то не хватает Io insegno времени alla scuola d'arte, sono professore, e non ho tempo. Чтобы сам работал и отдавать
молодежи время. È molto difficile distribuire il tempo tra lavoro, insegnamento. Secondo lui c'è un suo allievo che diventerà grande? Как вы думаете, среди ваших учеников есть кто-нибудь, кто может стать великим художником? Выдающимся, скажем так. Это ведь... Это не обязательно отвечать на этот вопрос. Нет, не я обязательно могу ответить, потому что... Кому бы просто респондили? Быть выдающимся художником, это скажет время. И con tempo si vedrà se qualcuno diventa grande. У нас, например, 40-е годы в Союзе, я вам... Ad esempio da noi negli anni 40 in Russia показательны или интересны для нашего официальных покупателей или для зрителей. Per gli spettatori e per gli acquirenti così diciamo ufficiali c'erano dei pittori non interessanti. Получалось и совмещать как-то очень активно. Alcuni sono riusciti a lavorare. Но большинство художников все же почему работают в институте, потому что это очень честный труд. Però non tutti molti pittori lavorano anche come professori alla scuola perché è un lavoro onesto. Я профессор института. E così sono io, ho scelto questo. И мне также трудно вернее, где также интересно, также трудно смотреть как через модель, так на нового молодого художника. E così per me è sempre molto interessante, ma nello stesso tempo molto difficile fare il giudizio di un pittore giovane. Ma per esempio Cézanne. Вы оцените Cézanne, как вы относитесь к его? Я считаю это большим живописцем. Io credo che sia un pittore molto grande. Мне нравится как живописец, нравится его новое понимание формы. Mi piace il suo concetto di forma. Но чтобы я следовал непосредственно вот его каким-то заветом. Però non è questo non vuol dire che io proseguo seguo no, i no, suoi no, consigli, no, le sue tendenze. Да. Нет, вопрос был только о том, как вы относитесь. А, нет, я хорошо отношусь к Сезанну. Ко всем импрессионистам Tutti хорошо impressionisti отношусь. Tutti gli impressionisti mi piacciono. Да. Li rispetto. A De Chirico. De Chirico я не знаю так художника. Conosco хорошо. Poco. Хорошо. Non lo conosco bene. Гутузу знаю. Sì, да. Conosco, lo conosco. Ну, он выразительный художник, но... È molto espressivo come pittore. У меня даже от Рената Гутузу есть подарок. E lui mi ha regalato qualcosa. Но я другого понимания формы художника. Però io capisco, io intendo la forma in un'altra maniera. Он более современный. Lui è più moderno. Да, да. Он более современный, più более, moderno. Да, модерн такой. Ну, я другой. Но io sono un po' diverso. Lui piace di più Tiziano o Tiepolo? Вам кто больше нравится? Siete più vicino, Tiziano, кто вам ближе, Тициан или Тиеполо? Тициан, конечно. Тициану, certo. Безусловно. Senza altro, Тициан. Я, видите, Тиеполо, во-первых, более поздний художник. Тиеполо è un po' più... И более легкомысленный. И только вы поймите меня è правильно. È un pochino più spensierato. Cioè, voglio dire che, да. Che mi capiate. То он большой мастер, конечно. È un grande maestro. Così. Да. А Тициан великий. Però Tiziano проникновенный. Sa penetrare proprio живописец необыкновенный. È come pittore e psicologo anche. Я его очень хорошо в Прадо видел. Ho visto molte opere di Tiziano al museo di Prado. Там много. Siete più vicino a Leonardo da Vinci o a Piero della Francesca? Вам ближе Леонардо да Винчи или Пьеро де ла Франческо? Пьеро де ла Франческо. Пьеро де ла Франческо. Да. Я как вам скажу, ведь здесь у нас откровенный разговор. E siccome stiamo parlando così, francamente, voglio dire,
Леонардо, конечно, великий художник и великий ученый. Sì, che Leonardo è grande come pittore, come scienziato, Один из гениев uno dei всего. geni. Но мне форма Però, как-то больше нравится вот quanto alla Педунчи. forma, quella di Piero Piero della della Francesca Francesca. mi piace di più. Как вам? E lei? Тоже самое. Oggi è, quest'anno è l'anno del centenario della morte di Piero В этом году della Francesca. отмечается... Noi, простите, но Scusi. больше всего из всех из художников великих я Però, люблю tra i Michelangelo. grandi maestri, per me Michelangelo. il più grande è Michelangelo. Lo amo. Più di Raffaello? Bolce c'è Raffaele? Больше. Più. Più di Больше. Raffaele. E Tintoretto? A Tintoretto? Tintoretto, как Венециан, это большой художник. Come Это veneziano вырос на è grande. национальной почве. Perché è nato, si è basato sulle И он tradizioni nazionali. родился, где земля живописна. È nato in una terra molto spettacolare, molto pittoresca. Конечно, Тинторетто я безумно Mi piace molto il Tintoretto. colore dei pittori toscani e dei pittori veneti è diverso. Colorit u venezianskich художников i u toscanskich совсем Come razni. è diverso il colore dei pittori lombardi, Также как Caravaggio, и colorit Quando, lombardskich художников, вот скажем, Умбрия, Караваджо. Умбрия, где Рафаэль Умбрия, родился, dove è nato да, Raffaello. потому что когда я заметил, когда я еду по Италии, я видел везде разные земли. Sì, ho visto, quando viaggiando attraverso По l'Italia, цвету, по ho visto цвету. che la terra era sempre di diverso colore. Terra della La terra, Siena e cielo, tak dalej. anche E nebo tutto. O nebo, da. Sì, è vero, anche il cielo. И передавали как раз небо, как раз Тициан и вот эти художники Riusciva Locro, bene a dipingere il да. cielo Tiziano e la sua scuola. Очень здорово передавали Lui небо. e i suoi allievi riuscivano a Оно какое-то farlo benissimo. и многослойное. Ну, это трудно объяснять. Difficile spiegare qual è il segreto, però sembra avere Но они были molti настоящие strati. выразители своей родины. Però loro sapevano esprimere bene la loro In che patria. anno è andato in Italia? A каком году были в Italia? В 75 Nel году. 75. Я долго-то был, полтора месяца там я. Un mese, 45 giorni, insomma. Però questi pittori lui li conosceva prima, Ну, aveva вы, visto конечно, знали этих le художников и раньше, вы видели их opere работы в Эрмитаже, в других музеях. Конечно, Сейчас. да. Но там очень, знаете, как-то на родине иначе воспринимается. Però quando si può vedere un'opera d'arte in patria sua è un'altra cosa. Ведь Боттичелли и Come Леонардо да Боттичелли Винчи. Mi piace Леонардо да Винчи. Боттичелли. А Боттичелли вам нравится? Очень. Molto. La primavera. Да. Весна. Да. Sì. Ну, весна, La весна, primavera. примавера, все. Sì. Очень нравится. Tutto mi piace. Вот, видите, и вот более современный художник, если Botticelli можно è più так сказать. moderno, Да. se lo possiamo Потому dire. что всякое большое искусство современно. Perché ogni opera davvero grande è sempre moderna. Da. Finora si diceva che Masaccio era monocromo, vede un solo colore. No, Adesso è stato fatto da недавнего времени утверждали, restauro что Masaccio очень e hanno monotonin solo по passi цвету. colori bellissimi. После того, как были сделаны соответствующие реставрационные работы, stavano выяснилось, sotto le pareti. что он прекрасный колорист и очень много ярких. Ну ведь так же относились к Зурбарану. La stessa cosa pensavano di Zurbaran. А сейчас Зурбаран Adesso Zurbaran иначе воспринимается. viene considerato in maniera Может быть, molto это для diversa. меня, потому что я прожил все же относительно большую жизнь. Io ho vissuto già molto, così Lui posso considera, c'è giudicare. qualche pittore russo che lui considera lontanamente Есть какой-нибудь русский художник, которого вы могли бы считать, пусть даже так опосредованно, своим учителем? Есть. Чей? Я всегда
глубоко воспринимал Сурикова. Суриков. Sempre lo, lo stimavo molto. Но кроме Сурикова у нас много больших художников. Però oltre a lui ci sono tanti pittori. Которые даже в Италии считались итальянцами. Che anche in Italia venivano considerati italiani. Certo, proprio. Certo. Конечно, да. Ma qual è il suo pittori? Вы могли бы высказать свои суждения относительно ну, каких-нибудь современных, ныне живущих русских художников. Гурвича. Вы знаете Гурвича? Я знаю. Силу коноску. Гурвич хороший Гурвич. Живописец. Гурвича molto bravo come pittore. Ну, вы он, его я, цените как художник? Я ценю как живописца. У него хороший дар живописный. Sì, come pittore che dipinge, che fa le tele con olio. Ну, è molto bravo lo stile, в тонкостях, ha un dono naturale. А в тонкостях разбираться в личности художника, я считаю, что не стоит. Però non, non posso approfondire, да. Entrare да. Nei particolari Потому intimi. Что это дело каждого художника. Perché ogni pittore ha il diritto di... Лазыкина. Вы знаете Лазыкина? Знаю. Lo conosco, sì. Но не глубоко. Però non molto bene lo conosco. А Элия Белютина, знаете? Белютин, он ведь... Белютин... Я не знаю, как. Он начинал иначе совершенно. А Леницио era assolutamente diverso, Белютин. Ha cominciato in un'altra maniera. Но люди многие изменили свое мнение, как и коммунисты. Però la gente cambia posizione, altrettanto hanno fatto i comunisti. Сразу вдруг демократы стали. Si sono convertiti in democratici subito. Ma lui non si è convertito. No. Dove era? Lui. Cioè. No, Билютин, ему не пришлось перестраиваться, он такой и был. Ну и хорошо. Tanto meglio. Это его счастье. È stato fortunato. Это его счастье. Tanto fortuna. Fortuna. La sua fortuna.